Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazon Holy Play, первый сервер, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня у нас новый видосик, он будет довольно-таки необычный, в основном это будет эксперимент, такой довольно-таки очень странный эксперимент. Не знаю, почему мне такая идея в голову пришла, я уже давно над этим думал, что будет, если припарковать машину в небе, реально просто паркануть тачку в небе с помощью команды парк. Как мы знаем, на Мазинге есть такая функция, что вы можете парковать свою машину в любом месте, и после релога, точнее рестарта сервера, она появляется возле дома в стандартное место парковки. Ну а что если машину припарковать прям над мостом Южным? Я думаю, это будет довольно-таки прикольно. Я подлечу на трамплине, пропишу быстро команду, но для этого нам кое-что потребуется, а именно парашют и... Еще нужно будет купить, наверное, ремку. Парашют для чего? Когда вроде бы прописываешь команду парк, тачка вроде бы тебя выкидывает. Ну, из тачки выкидывают вроде персонажа, если я не ошибаюсь. Сейчас мы, кстати, это проверим, потому что я серьезно не помню. Давайте вот пропишем команду парк. Нет, кстати, мы останемся в небе, но тогда нам нужна будет ремка, короче. Но, ладно, парашют все равно нужен будет. Сейчас я... покажу и расскажу для чего. Кстати, насчет BMW, пацаны. Там, по-моему, на данный момент 220 лайков. И сегодня у нас какое число? Я даже, честно говоря, не помню. Давайте. Сегодня у нас 4 число, то есть осталось всего лишь 3 дня. То есть, получается, 7 числа утром, если не будет 300 лайков, под видосом про BMW, ссылка будет на этот видос в описании. Если не будет 300 лайков, пацаны, все. Конкурса на BMW, на блатах М5 не будет. Возможно, будет другой конкурс, но я вам такую задачу легкую поставил, на самом деле, нас почти 11 тысяч, и вы не можете набрать 300 лайков. За, по-моему, один день мы набрали 150 лайков, потом на следующее утро было 200 лайков. И что-то вы так очень вяло набираете эти лайки. Не знаю, возможно, я вам надоел этим амазингом, возможно, нет. Я стараюсь что-то новое придумывать, как вы можете заметить. И следующий видос будет, кстати, довольно-таки важный, наверное, если я сниму. Он будет больше разговорный, но нужно разъебать одного человека. И вы увидите в следующем видосе, ну, это не точно, что в следующем, но точно скоро увидите разъеб про этого человека. Кто это, можете догадаться сами в комментариях. Данила Гапов, привет тебе, и Умар Борода, тебе тоже привет. Сейчас я заберу Умара. Пацаны захотели со мной, короче, поехать, но они не знают, что я вообще собираюсь делать, я им даже этого не говорил, поэтому будет очень жестко. Так, я пацанам все объяснил, давайте попробуем прыгнуть. Я сейчас пробую без нитро прыгнуть, чтобы более-менее, так сказать, был эффект. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел, листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Так, давайте разгоняемся и прыгаем. Пишем парк и попытаемся... Не, выпрыгнуть я не смог. Не, мы выпрыгнуть вообще никак не смогли. Просто никак. Это просто жестко, блин. Но я успел ее припарковать в небе. Думаю, да. Я не мог выпрыгнуть. Чё, пацаны, момент истины. Давайте я пробую. Кар. Вот она, паркуется на туре. Вот она. Она в натуре в небе парковалась. Смотрите, вон она в небе, вон она. Она взорвалась. Она упала. Она меня сбила, бля. Это просто... Это жестко. Это реально жестко просто. Мы тачку припарковали в небе. Короче, я, похоже, запала свою машину. Давайте пробую брать и заспавнить ее. Смотрите, просто она с неба падает. Это просто пиздец.
Бля, я умер еще, сука. Это просто жесть. Сейчас пробуем добежать до нее быстренько. Я успел, короче, тачку припарковать в небе. Это просто жесть, она тупо падает, смотрите. Смотрите, смотрите. Она упала, да? Смотрите, сейчас рванет. Сейчас рванет, пацаны, сейчас будет обратно падать. Лол. Так, смотрите, смотрите еще раз. Алло? Где она там? Вон она падает. Пум! Видите, она багается немножко. Ну, конечно, это реально жестко. Не знаю, зачем я это сделал, но, блин, это весело, реально. Просто, знаете, кто-то едет, такой тут тачка, такая хуяк с неба упала. Это будет очень угарно. Давайте дождемся даже, когда кто-то будет ехать. Просто падает тачка. Можно, кстати, с кем-то прикольнуться, типа, поспорить. Знаете, типа, встать вот здесь на мосту, короче, сказать, типа, спорим, я сейчас к себе тпхну свою машину. Ну, конечно, это будет уже запрещено, вроде бы, так, типа, утверждать, что, типа, ты админ. Ну, просто тем, как поспорить, типа, спорим, сейчас моя тачка здесь появится. Такой чисто, такой берешь, такой хуяк, нахуй. И тут тачка с неба падает. Я думаю, это довольно-таки было бы весело и круто. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I was from the